Всем еще раз привет. Вот здесь после концерта Lush Professor мы нашли IQ. Йоу, всем привет. Да, хотим узнать у тебя, как вообще ты живешь, чем ты дышишь в конце концов, и как тебе понравился этот концерт. Расскажи нам. Концерт очень понравился. Lush Pro, я его очень давний поклонник, и всего, что он сделал для других исполнителей, очень давно хотел попасть. Ну, все круто, на самом деле. Я вот в конце мая выпустил альбом Old Street. Его, на самом деле, мало кто слышал, поэтому, если вы еще не слышали, советую найти и скачать его. Это хип-хоп в старом добром классическом стиле. Уже мало кто делает сейчас такой. Ну, как мне люди говорят, на самом деле. Вот, что сейчас делаю, я пишу новый альбом, даже два новых альбома. Это мой сольный альбом. И, соответственно, мой альбом с Leo D, который будет при участии американских исполнителей. И буквально недавно мы уже сняли один клип с одним легендарным рэпером из Бруклина, но я пока не скажу, кто это. Отлично. Вот. Но мы подтягиваем людей, которые в классике, которых не знают молодые, но мы их очень уважаем. И мы постараемся сделать так, чтобы вам тоже всем понравилось. Yeah. Отлично, спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо вам. Всего хорошего тебе и твоей команде. Вам тоже развитие. Любите хип-хоп. Спасибо.